Предвыборным новостям. Члены Российской партии пенсионеров за социальную справедливость продолжают встречаться с жителями региона. На сбор подписей, необходимых для предоставления в областной избирком, остаются считанные дни. В преддверии сентябрьских выборов перед политическими партиями стоит непростая задача. Нужно собрать огромное количество подписей. А для этого необходимо убедить людей в том, что именно их политический курс совпадает с пожеланиями народа. И кажется, что члены Российской партии пенсионеров за социальную справедливость выбрали правильный путь. Мы совместно с жителями Новгородской области по всем районам менее чем за 3 недели собрали почти 8 тысяч подписей в поддержку списка выдвинутых кандидатов от нашего регионального отделения и одномандатников. Сдавать подписи необходимо уже 4 числа, поэтому сегодня активисты вышли в последний бой за места в парламенте. Пенсионерам осталось собрать всего лишь 10% от минимального для зачисления в списке количества.